К другим темам. 47 дней на ремонт. Фабрику номер 14 Айхальского комбината с 19 июля остановили на профилактический ремонт. За это время ее должны подготовить к дальнейшей работе. Там с 2020 года будут обогащать руду всех эксплуатируемых месторождений Айхальского комбината. Трубок «Юбилейная», «Айхал», «Заря» и остатки добычи из карьера «Комсомольский». Поэтому сейчас там проведут ремонт в операторских пунктах, служебных помещениях, выполнят антикоррозионную обработку и покрасят металлоконструкции главного корпуса фабрики. Начнут на предприятии и реализацию проекта по модернизации системы защиты электрооборудования от внешних факторов. На это выделят 100 миллионов рублей. Работы разделят на 3 этапа, которые закончат в 2021 году. За период проведения плана предупредительного ремонта работы будут выполняться практически на всех переделах фабрики. Основной их объем направлен на замену металлоконструкций, основного и вспомогательного оборудования, классификаторов, ленточных конвейеров, зумфов, воронок. Продолжится модернизация узла сушки алмазосодержащих концентратов.